I came to dig, 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 dig. I'll build a city out so big, 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 big. Just wait a sec, gotta kill this pig, 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 pig. Cook me some bacon, take a swig, 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 swig. Так, я ее перезапустил все-таки. В надежде, что она перестанет лагать. А я уже не помню, на каком... А, на том же месте вы появляетесь снова. Это хорошо. Скелет. Скелет. Йоу, бро. Как дела? Ты почему жив? Выходи из тенька. Ай, сука, опять попал. Выходи из тенька, чё ты, а? Смотри, какое солнце приятное. Ой, тут еще и паук остался живых. Ну, он вроде добрый днем. Эй. Скелет, ах ты свой. Слушай, ты нарываешься. Ты все-таки, бро, нарываешься. Вот я тебя предупреждал, что ты нарываться будешь. Так, а что нам делать остается? Там можно еще подрубить дерево. Дерево лишним не бывает. Потом можно будет что-нибудь построить, там свой коттедж и прочее. Ой, что это было? Мир, блин, постоянно регенится. Что мне еще нужно? Для полного счастья. Для полного счастья мне нужна корова, да. Нужно ее убить. Слушай, коров, ничего личного, просто бизнес. Нужна шерсть, еда и все такое. Так, вот мы видим грибочек. Ох ты, черт подери, а ты тоже в теньку спрятался, на, скотина. Все, сдох. О, здесь ледик. Мне смущает то, что я потом не найду, наверное, путь назад. Стой ты, скотина. На, получила, да? Вообще здесь можно переселяться. Увидел полезное место для жизни, там, вырезал весь скот. Взял, собрал манатки, переместился. Так, в принципе, можно жить кочевником. Так, здесь мы мочим все. Нужно все мочить. Иди сюда, скотина. Так, все, скотина помер. Эй, черт. Так, и ты, скотина, помрешь, да? Ты помрешь, ты где ты? И все, помер, короче. Так, давайте. И у вас тоже всех. Мне пригодится ваша шерсть. У меня уже 10. Дома еще лежит. Так. На горизонте... А, нет, вот еще коровы есть. Главное не потерять тропинку домой. Здесь это очень легко сделать. Так, пока, дружище. И тебе пока. Опыт. А, опыт нужен только для зачарования предметов. Или вообще он дает какие-то плюшки, я не знаю. Что Майнкрафт постоянно меняют, я только знаю то, что знал. Нового ничего не знаю. Здесь еще появились какие-то кошки, хрен его знает. Ой, что это был за глюк? После этого глюка корова начала себя неадекватно вести вообще. 15 шерсти уже. Ну, не шерсти, а кожи. Что это за звук? Что за звук? Такое ощущение, как будто что-то чем-то кидается. Хм, очень странно. Ну, я уже, правда, забыл, где мой дом. Это очень плохо. Где-то, наверное, там. Или там. Ой-ой-ой. Ладно, давайте упадем, похаваем. Индикатор был неполный. У меня меч почти износился. Теперь я воевать не могу. О, зато нашел корову еще одну. И даже две. Ладно. Надеюсь. Да стой, скотина. Надеюсь, моего. Да что за глюки? Пец. Такс. Я чувствую, мне нужно менять винду все-таки. Опять, но я это буду стараться делать, когда хотя бы закончу прохождение. Потому что это жесть. У меня столько прохождений сгорело из-за того, что я менял винду. Тот же Assassin's Creed Brotherhood, который я очень хотел пройти. Такс, это мы все... Ух, охренеть, да сколько вас тут? У меня меча для вас всех не хватит. Вот сейчас еще один удар, и мой меч сдохнет.
Да стой, скотин, дайте хоть на прощание. А. Вот, все, мой меч сдох. А рукой бить это пипец как долго. Так, где мое жилище? Опа, 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 это что такое? Что это такое? А, это. О, здесь уголь есть. О, какая странная, стрёмная пещера. Чего? Из блоков теперь падает опыт. А, ну то есть они сделали теперь, что можно опыт получать даже из блоков, или это не опыт? Да нет, опыт. А, ну прикольно, прикольно, сделали. Справедливо, можно сказать. Потому что... Ой. Эти звуки мне не нравятся. Что-то как-то стрёмно становится. Не по себе. Надо скоро сваливать отсюда. Так, это все нафиг. Там зомбак. Наверное, железо есть. А, железо вот. Ух ты. Даже не один кусочек. Я смогу себе сделать железную кирку. Может быть и железный меч. Да. Шикарно. Так, это все, да? Ну, повезло, повезло мне. Прям так на краю. Железо найти так. Ой, блин, корова. Вот еще железо. Замечательно. Давайте его, конечно же, все заберем. Отправимся домой. Главное не умереть теперь. Только не знаю, где мой дом. Зря я так пошел. Никак не пометил тропинку назад. Там уголь, конечно, но мне на него пофиг. Там стрёмно. Тем более я не хочу потерять все свое железо и кожу и все остальное. И уголь тоже. А, так, это уже тропические опять какие-то острова. Но я приплыл вон оттуда и плыл куда-то сюда. Сюда куда-то я приплыл, походу. И сразу же пошел куда-то сюда. Если не ошибаюсь, конечно. Черт, где мой дом? Эй, эй, а, я нашел свой дом. Невероятно. Я нашел свой сарай, да, детка. Так, ну я смотрю, ко мне криперы в гости, надеюсь, не пришли. Конечно, тут такой дом, что возвращаться сюда стрёмно, но здесь у меня кое-что хотя бы есть. Так как у меня уголь есть, хоть немножко, давайте его положим туда. И сварим железо. А что еще можно сделать? Можно половину моего дерева сделать доски. Так, ель сюда положим, уголь сюда остальной. Говядину. Ух ты, обалдеть, сколько у меня сырой говядины. Давайте сырую свинину возьмем. Сырой говядины у меня до конца жизни, наверное, хватит. Хотя нет, лучше вот так вот сейчас я сделаю. Отсыплю себе штучек 5 сырого. Это все я положу. Кости тоже положу, потом сделаю из него что-нибудь полезное. Так, это все можно потом спалить в печке. Каменная кирка. Так, гнилая плоть нафиг. Стрелы тоже нафиг. Кожа. Вот кожа мне нужна. Я сейчас себе броньку буду делать кожаную полностью, наверное, всю. Есть, шикарно. Так, тем временем у меня плавится железо. Ух ты. Теперь опыт дают даже за то, что я плавлю. Хм, обалдеть. Здесь можно быстро теперь опыт нагнать. Конечно же, делаем. Черт, нет, не делаем, не получается. Нужно... Блин, нужно палки. Сейчас мы это дело исправим. После этого делаем железную кирку наконец-то. Потом железный меч. Шикарно. Так, это мы пока положим сюда. Я надеюсь, он мне скоро пригодится все равно. Я, наверное, думаю, что нужно еще одну кирку. Железную, потому что кирок много не бывает. Так, опять начинается, наверное, ночь. Да, начинается ночь. Тем временем можно сделать броньку, хоть я уже не помню как. Ну, это штаны. Штанси, шапка, банамаха. Так, по-моему, бронька как-то делает. Да, бронька. И что осталось еще? Руки.
А я не помню, как руки делаются. Но это штаны, это никак. Так, черт, я уже и забыл. Вспомнил. Вот так вот делается. Ведь не руки, а тапочки. И у меня даже еще 4 кожи осталось. Замечательно. Хорошо, поохотился. Сразу оделся. О, красавец вообще. Теперь хотя бы у меня есть индикатор броньки. Доплавляется мое железо. Так, уже 5-й левел. Железо у меня 4 кусочка. Ну пусть здесь лежит пока. Тоже очень полезный материал. Лучше я поставлю жариться хавчик. А сам ляжу спать. Ух, можно теперь отправляться в пещерку. Сейчас я еще факелов сделаю себе. Можно отправиться в пещерку. А мясо за это время пока что не пережарилось все. Это плохо, это очень плохо. Так, сейчас мы сделаем факелы все. Я думаю, это все равно мало факелов. Сейчас мы чуть по-другому сделаем. Вот так. Но это все равно мало будет факелов. Что это за звуки? Давайте тогда еще уголька у нас возьмем. Как-никак идем на опасное дело. А без факелов вообще туда соваться не надо. Все вроде есть у меня. Сейчас еще еду себе возьму. И шикарно. С таким запасом еды, всем остальным, с бронькой, можно отправиться смело в пещерку. Там, где я, кстати, и был, можно пойти. Чтобы потом не заблудиться. Благо, здесь острова. Здесь можно хоть как-то сориентироваться было. Пока, овечка. Пригодится твоя шерсть. О, корова еще. Хоть у меня еды, блин, хоть задницы жуй. Но все-таки я хочу еще. Пока, ребятки. Железный меч дает о себе знать. Хорошо, что я железо нашел. Очень полезная вещь в этой игре. Железо. А алмаз, ох, какой еще полезный. Еще полезнее. Так, ну коров я истребляю. А вот, что это такое? А, это она траву сожрала. Стой. Стой, сказал. Тебе пора. Все, тебе пора послужить благо. Во благо, мое благо. Тебе тоже пора умирать. О, вот и пещерки те, в которых я был уже. Здесь поменяли, походу, текстурку вот этого вот дерьмеца. Это что теперь за... Ну да, это гравий, как и был. Давайте спустимся еще глубже. Я тут был, конечно. Ух ты, ё-моё, я аж пересрал. Блин, напугала меня эта фигня, то, что я с высоты спрыгнул. Так, здесь я железо долбил. Да черт, да что ж ты так падаешь, блин. Какой-то, блин, я не знаю, неудачник. А почему в руках факел не горит? Это нечестно. В террарии он горит. Здесь нет. Можно было просто ходить с факелом в руках. Так, это я заберу. Ау. Да больно, блин. О! Не зря спустился. Так, давайте осветим. Ух ты! Да тут все очень, я смотрю, хорошо. Только вот и... Да, я знаю, что ты здесь был, приятель. Ты здесь... Ой, это ты тут с подружкой. Ты. Вы здесь занимались делами. Ну ладно. Извините, я прерву вас. Ух ты. Так, ну я знаю, что там на входе еще дофигища железа, но его можно потом всегда достать. Позже возьму его. Здесь у нас есть еще уголь, который мне очень даже не помешает. О, грибочек, на угле растет прям. Железная кирка дает о себе знать очень хорошо вообще и работать. Так, надо похавать. Я немножко проголодался. За индикатором пищи лучше всегда следить. Если он полный, то вам будет регениться постоянно здоровье. Это очень полезная вещь в этой игре. Ням-ням. Так, и ты сюда иди, уголек. Так, ну там на обратном пути я оставлю железо, на потом. Что у нас есть здесь? Здесь у нас что-то стрёмное было бы, но нет. Здесь только уголь. Вообще в игре можно найти столько фигни разной в пещерах. Заброшенные шахты, там
разные спауны монстров. Ну, жесть, короче. Разные сокровищницы обалденные. Ух ты, да угля тут дофигища, я смотрю. Парам-пам. Пам. Это все. Нет, это не все. Ой. Что это за звуки? Они пугают все время. Черт. Нужно бежать. Нужно бежать, срочно бежать. Ага, вот точка выхода, там еще один ход. Давайте все-таки это все заберем. А то он меня смущает. А, ну здесь всего лишь три кусочка было. Вот зато здесь не всего лишь три кусочка, а дохерища. Сейчас мы это все заберем. Так, где тут все мое железо? Все, да, и тут тоже так не очень много было. Ух, давайте с топором в руках пойдем мочить. Ух ты. Смотрю, железом здесь вообще не обделяют локации. Дофигища железа. Ну, не очень дофигища, но часто сыпется. О, уголь. Так, вижу еще. А нет, показалось. Темнота, друг молодежи. Так, а что у нас там? Мне вот это интересно. О боже, ты мой. Здесь, походу, где-то есть сокровищница, раз я слышу пауков. Или просто очередная пещера. Какие-то стрёмные звуки. Пытаюсь на них ориентироваться, но фиг поймешь, куда... Ой! Я нашел сокровищницу, походу. Да-да-да-да-да. Или нет? Да не, вроде бы сокровищница. Охренеть. Ух ты, ё-моё, тут ты меня напугал, скотина, на. Сволочь, а да бас, тут двое, да у меня бронька есть. Мне вообще насрать на вас, на, скотина. На, на, на. Так, в темноте вообще драться очень плохо. Ой, зомби, 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 зомби. Так, ну ладно. Хорошо, что здесь эндерманов пока не вижу. Так, там вода сочится. Надо все-таки в сокровищницу пробраться. Так, бронька у меня подкоцанная стала чуть-чуть. Вот, на это сокровищница, но там дофигища пауков, я не знаю, как их уложить всех. Давайте здесь посмотрим, что у нас здесь есть. Просто умирать не хочется. Ой, а что там? А, тут лава у нас еще. Ну, шикарно. Давайте заберемте еще железо. Железо, когда у меня, конечно, если я выберусь со всем этим железом, это будет круто. Его будет просто у меня немерено. Можно будет даже броньку из железа сделать. И еще и останется, наверное. Хотя нет, наверное, не останется. О боже, ты мой, ты вылез, скотина. Пошел вон. Пошел вон отсюда. Так, все, мы его убили. Ах, я не знаю, как мне действовать тут. Ну, я, наверное, попытаюсь их... Сейчас вот сюда вот тоже прорубаю. Нате вам, скотина. Получите! Да, там спаун, нужно туда залетать. Ставить факел. А, черт, я его... А, не, я его поставил прямо на спаун. А, избил. Ты что не убиваешься, скотина, умирай. Ах, ты меня укусил еще. Ты сейчас за это ответишь. За базар. Отвечай. Так, да... Твою мать, да что вы такие напористые. Ну, ставь. О, есть, поставил. Все. Это все пауки, а я вас боялся. Ну, конечно, они меня загрызли в открытом бою. Я просто похитрил. Спаун можно, конечно, убить, а можно не трогать. Ух ты, твою мать, какого хрена ты заспаунился, скотина. Давайте здесь все тогда осветим. Или вообще уничтожим его нафиг. Чтоб у меня на душе было спокойней. Да, фух. Конечно, спаун используют как бесконечный там доход фигни разные, но я не хочу так делать. Я нашел в одном сундуке порох, красную пыль, седло. Можно забрать сундук тоже. Я жадный. Так, здесь у нас пшеница. Еще пороха дофигища. Чуть-чуть железа, хлеб и красная пыль. Ничего особенного. Ах, опять игра начинает лагать. Жесть. Или нет? Ее фиг поймешь вообще. То она лагает, то нет. Но я предпочту выбраться. Выбираться отсюда.
еще раз выбираться. Здесь я угля еще покопаю. И надо валить. В следующий раз, конечно, можно будет прийти еще в эту пещерку, да исследовать ее. Я просто слишком много всего нашел. Блин, еще и лагает. Жесть, заглючило. Все. Заглючивает. Ужасно. Отвратительная оптимизация. Я думал, здесь со временем будет лучше. То ли это в игре, то ли это Java эта тупая. Чёрт, ну что это за бред, а? Так, ладно, я сейчас перезайду.